Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Озимок. Сегодня у меня вот такой цветок. Большой, интересный, вяжется легко. Вот, его еще надо разгладить. И у нас будет вот такое украшение сегодня. Будем вязать такой вот цветочек многослойный, который потом можно применить как украшение на разные вязаные вещи. А мы впоследствии будем вязать из такого цветочка шаль, поэтому сегодня просто внимательно смотрим, вяжем образец. Таких цветочков нам понадобится несколько штучек. Вот, смотрим, чтобы в дальнейшем связать что-то очень интересное. У меня красивая слонимская пряжа, такой цвет фуксия, да? Ядовитая, очень красивая, очень яркая. Крючок 2,75, и мы будем с вами вязать очень интересный, красивый цветочек в кольцо. Набираем 3 воздушные петли. И наша задача связать 24 столбика с одним накидом. 24 столбика с одним накидом. Я думаю, что все с этим заданием справятся, все считают и вяжут. 24 столбика с одним накидом нам надо провязать. 24 столбика мы с вами провязали. В третью воздушную петельку замкнули. И нам нужно обвязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужно обвязать весь наш центр. Один столбик пропускаем, в следующий столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Внизу пропускаем один столбик, следующий вяжем. Вот такой филейной сеточкой, 1, 2, 3, я бы ее назвала так. Мы обвязываем всю нашу основу нашего цветочка. Вот. Немножко затянем. Немножечко. Вот. Наш центр. И провязываем 1, 2, 3. Пропускаем один столбик. Вяжем вот такие квадратики. И заканчиваем нас 1, 2, 3 наши клеточки, нашу обвязку. Третью петлю завершили вязание. И теперь вяжем сам лепесток. 1, послабее, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Почему послабее? Потому что нам нужно будет еще в каждую вот эту вот воздушную петлю сделать столбик с накидом, поэтому послабее. Делаем накид. 1, 2, 3. В третью петлю. Полустолбик. Теперь 4 столбика с одним накидом. 1. 2. 3. И 4. И 8 столбиков с двумя накидами у нас останется провязать до самого конца. То есть 2 столбика и во все остальные петельки. У нас их должно получиться 8, если все правильно. Мы вяжем столбик с двумя накидами. Вот. Для этого туго воздушные петли не набираем, иначе потом сложно будет вязать. Накидами вяжем до самого конца. Вот такой у нас цветочек должен получиться, такой лепесточек должен получиться у нас с вами. Пятнадцать петель набрали, в третью петлю полустолбик, потом 4 столбика с одним накидом и 8 столбиков с двумя накидами. Вот такой у нас будет с вами лепесток. И в последнюю. Вот. И присоединяемся в сам столбик. В следующий столбик. Столбик без накида. В
провязали и делаем повтор. 15 таких очень слабеньких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Запоминаем, да? Делаем накид. Раз, два, три. В третью петельку полустолбик. Делаем накид. И теперь 4 столбика с одним накидом. И 8 с двумя накидами. Вот так вот у нас будет вязание проходить всех наших листиков. Они все одинаковые, все стандартные. 4. И 8 с двумя накидами. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Все правильно. Все, вяжем все наши листочки, лепесточки вот таким несложным способом. Первый ряд. Потом покажу, как еще второй ряд будем вязать. Довязали последний лепесточек. Присоединяем его в наш первый столбик. Вот. Все красиво получается, как и должно быть. И теперь наша задача связать второй ряд точно таких же лепесточков. Что мы с вами делаем? Мы с вами провязываем 2 воздушные петли, поворачиваемся с обратной стороны, вот у нас здесь есть воздушная арочка, крепим в самое начало и продолжаем вязание. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В третью петельку полустолбик. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4, да? 4 столбика. Угу. 4 столбика и 8 столбиков с двумя накидами. Оставшиеся 8 петелек должно быть у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний столбик. Мы с вами довязываем. И самое главное место, да, то есть у нас получается вот наш столбик, мы его отгибаем и за ним находим арочку. Вот. И вяжем. То есть наша задача теперь, вот у нас между столбиками, вернее за столбиками, вот арочка есть. И мы будем вязать, начиная в этом месте, крепим за соседнюю арочку опять. Убрали листочек. И вот второй ряд мы вяжем за воздушные арочки. Все то же самое, только вяжем второй ряд для пышности, для красоты нашего цветочка. И у нас будут вот такие вот вторые лепесточки за каждым первым. Вот. Такой цветочек будет красивый. Давайте повяжем, посмотрим. Я связала второй ряд. Сейчас мы найдем все наши лепесточки. Вот уже место за первым рядом. Вот у нас идет второй ряд и уже связан листочек. То есть можно понять, что наш лепесток был последний. Лепестков так много, что сложно понять. Чуть больше оставляем веревочку, пряжу, для того чтобы, покажу сейчас,
закрепили. И веревочку, нашу ниточку, пряжу вводим в центр. Для чего, да? У нас получается очень многослойный, хотя на самом деле там всего два слоя, но кажется, что прям много-много-много, да? Все, мы выпрямим с вами, прогладим. И вот веревочку для того, чтобы потом вшить бусинку, там, может, одну или две, для того, чтобы наш цветочек был более красивым. Вот у меня пряжа мягкая, немножечко волнится, но я думаю, что если цветок прогладить через марлечку мокренькую, то все будет красиво, все лепесточки разгладятся и будут хорошо смотреться. Вот так вот. Я взяла такой крючок потоньше, чтобы проходил в сердцевинку нашей бусинки. И вот теперь уже можно закрепить уже нашим крючком простым. Берем и продеваем. Здесь у меня продевается. Вот. Получаем такой красивый цветочек, украшение, брошь. Но на самом деле у нас это будет цветочек украшения, будет для шали. Если у вас есть желание посмотреть, что получится в итоге, смотрим следующий мастер-класс. Будем из этого цветочка вязать мотив для начала. А уже потом, чуть позже, будем вязать шаль. Всем приятного просмотра, до новых встреч! Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.